Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Спецназ против зомби». У нас с тобой день, фабрика и 10-я миссия. Давай попробуем ее пройти. А, это эти дурачки, которые будут стрелять по мне, да? Именно этот уровень я не смог пройти в прошлой серии. Ну что же, давай попробуем. Так, у меня есть щиты, вышибалы, снайпер. И есть автоматчики. Также есть две мины. Одна электрическая, другая разрывная. А может быть нам взять вместо... Думал медика взять, чтобы он хилял. Ладно, давай попробуем так, для начала. Без всяких медиков. Как правильно один из подписчиков написал, что Рэй, в эту игру лучше играть на телефоне. Я согласен полностью, ребята. Целиком и полностью, что лучше играть, чем на эмуляторе. Тут слишком много кнопок задействуется у меня. Так, давай сюда, наверное, поставим таким вот образом. Сюда поставим мину на всякий случай. Так, воу-воу-воу-воу, уже бежит. Ёжик, на тебе. Так, сейчас я тут все заминирую. Так, иди сюда. Ну-ка. Будем минусовать одного за другим. Иди ты. Блин, уже волна, прикинь, уже волна. Я еще толком ничего не успел сделать. Так, вот они. Именно из-за них мы проигрываем. Так, автоматчик, вставай. Круто. Круто. Ё-моё, я вон того не заметил. Есть контакт. Встаем сюда. Еще одного снайпера вызываем. Что-то тут скопилось. Да иди ты. Твою же дивизию. Так, перезаряжайся давай. Так, мину. Окей. Так, давай еще сюда. И сюда. Вон они бегут. Как вы долго перезарядку делаете, а? Хедшот. Вон тех главное валить. Так, замедляшку, взрывашку. Перезарядку. Слушай, по-моему, мы с тобой справились. По-моему, так и есть. Сейчас проверим. Неужели на 3 звезды? А, друзья мои? Точно. И это круто. И это очень круто. Блин, мне кажется, что слишком громко. По крайней мере, у меня в наушниках так музыка орет и выстрелы. Так, ну что, получили с тобой еще одну коробку. Ну что, давай определяться. Дальше у нас идет 11-я миссия, да? Ага, тут собаки. Но, в принципе, она не отличается ничем от предыдущей, кроме собак. Ну что, попробуем одолеть. Поехали. Ух. Так, опять эти коробки. И зомби уже бегут. Так, ладно. Вначале нам нужно с тобой вызывать вышибалу, который будет вот здесь стоять. Ну, бомби, правильно, вот так вот. Сюда поставим щит. Блин, а вот это плохо. Псина взорвалась. Тихо, тихо, тихо. Вот куда ты бежишь? Вот объясни мне. Двоих сразу же. А, окей. Подожди, подожди. Почему у тебя перезарядка-то уже? Слишком рано ты, парень, начал. Слишком рано. В плане, он еще и выжил? Ты посмотри, какой я настойчивый там. Так, стоп. Подожди. А не слишком ли вы...
Начали Тарьяна. Минус псина. Так, срочно сюда. Угу, захотел уже перепрыгнуть. Смотрим, ребята, внимательно. Да хорош. Я тебе не один раз уже говорил, что здесь проблема вся вот в этих вот хмырях. С остальным мы справимся. Опять псина. Минус. Ежик минус. Так, что у нас тут? Сюда мину надо поставить срочно. Да хорош, сколько вас тут, а? Давай поможем, наверное. Иди ты. Так, что у нас там получается? Там все фигово получается. Ё-моё, ты посмотри, какой наплыв. Ты просто полюбуйся. Окей. Так, тут только головы летят, я смотрю, да? Слушай, а по-моему, мы с тобой прошли. Причем идеально. Так, подожди, тут еще один охламон, оказывается, у нас. Блин, вот плохо, что снайпер ему ничего не может сделать. Так, вот этого заменим с тобой. Блин, надо было сюда мину поставить, да и все. А, все, шлема нету. На. Слушай, ну-ка, на три звездочки или как? Раз, два, три. Е-е-е! Идет прогресс, друзья мои, идет. Явный причем. Вот то, что мы с тобой коробки эти деревянные получаем, это мне не нравится. Ох, следующий у нас будет здесь вот такой вот, да? Зомби плюс вот эта вот машина. Погрузчик. Слушай, с погрузчиком, знаешь, что я тебе скажу? По чесноку. Лучше всего, наверное, брать гранатометчика. Возьмем его. Так, подожди, кого ты убрал? Снайпера. Какого фига мы убрали снайпера? Иди сюда. Улучшить я могу? 9600. Нет, мне не хватает. 1000 еще не хватает. Слушай, у него урон на 6 единиц, да, возрастет. А здоровье на 10. Но мне так хотелось бы лучше пушку улучшить. 10 уровень нужен. В данный момент он ходит с СКС. Так, урон 131, а здесь 166. Такое ощущение, что мне выгоднее вот эту вот пушку прокачать. Сколько прибавка идет? 6. Нет, тогда не выгодно. Тогда не выгодно. 1200 дистанция, а тут то же самое, да? Ладно, тогда мы оставим. Все как есть. У нас тут дальность, да, стоит? А можно было бы взять, конечно же, патронтаж. Магазин. И сколько бы там у нас было? 30% в плюсе. Нет, пускай лучше дальность, да, все-таки стоит. Ладно, пускай. Ну что, попробуем с тобой одолеть вот этот уровень. Фух, была не была. Угу, идет зачистка. Бригада такая. Все типа чисто, да? Типа все чисто. 5 груда ящиков. Ну правильно, ящики должны быть. Здесь же погрузчик работает. Раз, два, три. О, тут 4 дорожки уже у нас. 4 тропинки. Погнали так. Так. Сюда поставим мину. А сюда вот так вот, электрическую мину. Собираем с тобой вот это. Нам снайпер. Вот он, снайперишка. Так, вышибала. Вышибала, иди сюда. Щит пойдет сюда. Так, и нам нужно с тобой копить деньги на гранатометчика. Почему, ребят? Ну, во-первых, нам его надо будет уничтожать. Стоит он недешево, недешево. Да ладно, блин, уже что ли? Да что ты не можешь щит справиться вот с этим охламоном первым? Ну, трындец. Йо! Чё ж так быстро-то? У меня еще ничего не готово. Е-е-е! Слушай, я думал, будет сложнее.
думал я? Что я думал? Так, стоп. Еще один снайпер. Минус. Почему-то не того взял, блин. Давай здесь поможем. Еще что ли едут? Еще едут. Сюда поставим щита. Ты бич. Да блин, как вот это вот бесит, когда выбираешь, но не того, кого надо. Так, перезарядка, срочно перезарядка. Нахлобучиваем, ребят, нахлобучиваем. Так, на всякий случай сюда мину поставим. Минус. Минус. И минус. Забираем монетки. Еще одного сюда поставим с тобой. На всякий случай. А, все, тут, по-моему, прошли. Ну, что-то мне показалось сейчас довольно легко. Эти ребята, которые были на погрузчиках. Ребята, ну, зомби. Мы их просто снайперами. В два счета, прикинь. И я думал, что они будут жестче. А они оказались ватниками. Так, ну что же. Мы проходим с тобой потихонечку. У нас уже 45 щитов, скоро уже уровень. Скоро это через 20 щитов. Так, а следующий у нас, ну, сам видишь, какой будет, 13-й. И он очень лютый, в плане того, что здесь и погрузчики, здесь же эти чуваки с гвоздями в голове. Да, но попытаться все равно можно, мне кажется. Я бы даже сказал, нужно. Поехали. Ну, сфейлимся и сфейлимся, зато будем знать свои силы, как говорится. Вот бесяво, что сразу бегут. Блин, а у меня такой долгий откат, а. Посмотри. Пока я все это получу. Давай сюда, наверное, мину поставим. Сюда электроловушку. Ага, идет, идет. Бамс, минус один. Они хорошо, что не ватненькие, да? Так, этого подорвем с тобой. Щит очень слаб. Он, блин, пока пробьет это все. Вот кто мне нужен, ребят. Конечно же, снайпер. На! Хлыщ. Эй, прыщ, отцепись, да? На-ка. Естественно, нам нужны с тобой монеты. Естественно. Монет еще никто не отменял. Опа-на, как это так? Как это так? Погрузчик. А не пошел бы ты, а? В плане. Эй-эй-эй-эй, погоди. Этих-то как... Как они прошли-то здесь? Блин, меня отвлекли. Твою же налево. Давай вот так вот хотя бы сделаем. Так и вот так. Я не могу понять, что происходит. Происходит то, что уже не светит нам внутри звезды пройти. Вот что тут, ребята, светит. Я сфейлил, да, этот этап? Угу. А как-то они тут просочились так, если честно, непонятно для меня, каким образом. Вообще непонятно. Да взорвитесь вы к ядрене фени. Ты просто полюбуйся, что происходит здесь. Умри, кричат эти, да. Сдохни. Они не хотят сдыхать. Ни в какую. Нет, возможно, мы здесь, конечно, с тобой выстоим. Но не на три звезды, это явно. Тремя звездами тут вообще, ребят, не пахнет. Тут одна, наверное, будет. Две. Как-то меня здесь пережучили. Серьезно тебе говорю. Даже не понял. Так, давай попробуем переиграть. Попробуем переиграть. Где-то самая, как тебе сказать, нить, которую я упустил. Где тот самый момент, я не могу понять. Здесь я, предположим, поставлю мину. Фиг с ним. Здесь замедляшку. Это, в принципе, ничего пока не дает нам. Сюда ставлю молот. Сюда ставлю щит. Везде будут у нас пока стоять мины, ну и все, что
А, подожди, мне же нужен этот. Снайпер, конечно же, снайпер мне нужен. Уничтожаем ежиков этих. Уничтожаем ежиков. Так, с гранатометом, да? Давай его сзади поставим. Погрузчик идет, едет, точнее. Вот сейчас, по-моему, да, будет тот самый момент, про который я тебе говорил. Давай так сделаем. Так, перезарядка, давай, быстрее. Щит, иди сюда. Минус. Я понял, кажется, кое-что. Кажется, кое-что понял. Но это не точно. Снайпер, камон. Ёжиков этих нужно валить. Естественно, и погрузчики сразу же. Так, забираем все это. Куда ты там бежишь? Так, минус. Минус. Погрузчик не надо. Давай, перезаряжайся ты. Пускай стоит здесь. Нате вам. Еще один снайпер. Так, секунду. Так, еще один. Пошел отсюда. Слушай, по-моему, я успел. По-моему, я успел и сделал все идеально, да, друзья мои. Фу. Найс, прям так кайфово. Ой-ой-ой-ой-ой. Это что такое? Можно мне посмотреть на эту миссию? Так, здесь, значит, погрузчиков никаких не будет, но здесь будет строительный зомби. Это типа босса. Собаки бесявые, которые будут прыгать. Ну, я думаю, справимся, да? Надеюсь на это. Не помню, насколько здесь сильный будет этот чувак с молотом. Но, по-моему, сильный. И дамаг у него будет здоров. Блин, смотри, какие у нас тут дорожки. Очень длинные. Блин, и опять ящики. Ну, правильно, это фабрика, ребята. На ней должны быть ящики. Так, зомби идет сюда. Так, вначале раскидаем с тобой все везде. Мины, ловушки. Все, что требуется. И, естественно, нужно снайперскую винтовку сразу же брать. Сразу же прям. Это, ну, прям, ребята, имба. Вот когда винтовка у тебя есть, все. Можно, как говорится, расслабиться. Но не полностью. Но не полностью, потому что есть ячейки, где у нас пустота. Твою ж налево, блин. Ну вот как вот быть мне здесь, а? Денег, вот. Иди сюда. Пошел ты. Так, перепрыгивает псина, ребята. Да куда ты? Додумался, куда поставить, тихо. Так, этих вырубили. А там у нас кто случайно? Там уже босс идет. В плане, он еще и не один. Эй. Блин, что я тут с одним снайпером сделаю, ребят? Фью. Может быть, все-таки что-нибудь я сделаю? Может быть. Иди отсюда. Ежи противные, а. Так, еще один снайпер пускай будет у нас. Так, давай здесь поставим с тобой. Что там происходит? Видишь, мне очень тяжело и там смотреть, и там смотреть. Контролировать, короче, весь этот процесс. Ежей, очень много ежей, ребята. И опять идут. Давай так попробуем. Да какого ж лешего? Сколько тебе стрелять-то надо, эй? Чепушила ты этакий. То есть ты хочешь сказать, что три выстрела? Нет, почему-то здесь два попало. Давай его туда поставим наверх.
Так, давай на всякий случай поставим еще один щит сюда. Пускай контролирует. Так, здесь вырубили еще одного снайпера. Куда его ставим? Сюда. Иди нафиг отсюда. Лезет он. Перезарядку. Погоди, погоди. Так, хедшот. Друзья мои, по-моему, идеально. Да, идеальнее некуда. Я прям сам за себя рад. Нет свободных мест. Так, открыть ящик. Нет, не надо мне ничего открывать здесь. Мы с тобой двигаемся дальше. А что у нас дальше? А дальше, по-моему, последний уровень у нас, 15-й. Где поджидает, ну, практически вся имба. Тут и погрузчик, тут и эти строительные зомби. И тут будет жесть, судя по всему. Ну что, давай попробуем с тобой одолеть. А сколько стоит? Слушай, я могу одну... А, 600 монет. Блин, деньги тратить. Немедленно собирайте монеты, которые упали. Но он собирает, по-моему, на определенные, ребята, ячейки. А вот это что такое? Боевой рюкзак. Каждому устройству дается рюкзак с боеприпасами и перезагружается. А, то есть они сами, да, автоматически перезарядку делают. Не надо мне, короче, на них там кликать, я так понимаю. Так, ну что, ладно, вот он идет. Первый зомбарик. Мы с тобой будем придерживаться той же самой тактики, которая у меня и была. На, вот сюда ставим с тобой вышибал, а уже... Так, сюда вот так надо бы сделать. Ну и, естественно, мины. Мины должны быть везде у нас с тобой. Так, денег хватает у меня на винтовку? На винтовку хватает. Теперь ставим с тобой снайпера. Снайпера. Так, окей. Вышибала должен быть у нас тут. Да в плане уже волна, да как так-то? Эй-эй-эй-эй-эй-эй, подожди, я еще не готов. Сейчас собаки идут. Я, если честно, еще не готов, блин. Да им пофиг, готов я или не готов. Им по барабану. Так, строители идут. Надо вырубать их. Я не вижу, вырубаю, я не вырубаю. Так, еще снайпер один, правильно, вот так вот и надо. В два смычка их нужно бомбить, друзья. В два смычка. По-другому никак. Куда ты идешь? Куда ты идешь? Ты хочешь... Он хотел, ребята, уничтожить. Да вы, блин, серьезно, что ли, сейчас? Ты просто полюбуйся. Так, он начинает ломать. Он начинает ломать судьбу. Давай, 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 давай. Так, этого-то попробуем, уничтожил, да? Фух, иди отсюда. Так, в плане еще волна. Да вы, блин, серьезно, вы издеваетесь просто сейчас надо мной. Вы сейчас просто издеваетесь. Вот это напряженка у меня, ребята, вот это напряженка. Так, идут опять вышибалы. Да какие же это вышибалы, это не... Так, тут стреляет. Так, давай попробуем. Ну, по-моему, ребята, кого-то у нас все-таки подбили, да? Я, если честно, не особо видел. Но вроде бы как в плане. Подожди, 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 вот этому сносим голову. Так, здесь тоже с тобой. Фу, сейчас посмотрим результат. Нет, друзья мои. Все прошли как нельзя хорошо. Но это был трэш, ты сам видел прекрасно. Это просто была жесть. Да открывай ты уже этот сундук, блин. Так, монетки, L96, заморозка, так, карабин.
Точнее, не заморозка, а разморозка. Ну, все, наверное, знают, да, что такое разморозка, ребята. Это будут такие зомби, которые могут замораживать моих юнитов. Вот против них вот эта вот разморозка и нужна. Слушай, мы с тобой, получается, прошли полностью фабрику, все звезды, и торговый центр, и улица у нас пройдена. Но опять же повторю, это день, еще есть режим ночь. Так, тут улица у нас пройдена, торговый центр. На 11-й миссии у нас. На 11-й миссии. Ну что, рискнем своим здоровьем, блин. А? Давай попробуем, ну это будет трэш. Это будет трэш, я тебе гарантирую просто, что сейчас будет твориться здесь. Здесь эти бабы со своими тележками, они сейчас вот мне такого кипиша дадут. Сейчас посмотрим, как это все будет выглядеть. Они еще когда тележку свою теряют, они впадают в истерику. Понимаешь, вон они бегут уже. Так, здесь нужно зачистку сделать, конечно же, в первую очередь, чтобы мы с тобой не стояли. Чтобы мы с тобой не стояли на этом, как тебе сказать-то, на этой кислоте, короче, и не теряли здоровье. Окей. И, естественно, нужно очень-очень много поддержки, типа снайперов и тому подобное. Ты бич. Так, монетки отдайте мне, пожалуйста. Так, сюда мины. Кто? Вон они уже идут. Эти с тележками, елки-палки. Да-да, психуни я их называю. Так, у меня есть? У меня денег вообще ни на что, ребят, не хватает. Вот она, психанула, побежала. Я тут на одном снайпере-то, слышишь, далеко не уйду. Если тебе это интересно, конечно, знать вообще. Что происходит? Нет, ребят, ну тут один снайпер, он... Ну физически не успевает просто ничего сделать. Ты посмотри тут. Это же трэш. Это просто трэш какой-то. Этот бедный тут борется. Так, давай, давай, срочно заберем с тобой все это. На. Вот они, кстати, эти охламоны, которые, ребят, замораживают. Да. Они бегут и бегут. Все, мы проиграли. Нет, ребят, здесь, по ходу дела, еще рановато мне проходить этот ночной режим. Именно здесь. Тем более, как видишь, уже в самом внизу. Это уже практически на финалке, на выходе. Так, ладно, мы тогда с тобой переходим в дневной режим. У нас есть что еще проходить. Так, аэропорт. Аэропорт. Слушай, а я не помню, что вот этот хлыщ делает. Что этот хлыщ делает? Подожди-ка. Шарики. Шарики, блин, я не помню. Шарики, по-моему, мы должны сами с тобой сбивать. Ладно, сейчас проверим. Надо освежить память. Начать. Шарики, насколько я помню, они пролетают. Если мы их не понабьем, они могут пролететь спокойненько туда дальше. Поэтому здесь нужен обязательно снайпер. Обязательно. Ой-ой-ой, все, тут переигрываем, ребят. Только я собирался выкладывать видосик, а смотрю, что у меня запись остановилась на 6-м уровне в аэропорту, друзья мои. А я уже прошел и 6-й, и 7-й этап. Понимаешь, и мне теперь придется все это дело проходить заново. Ну, для того, чтобы показать вам, как я их проходил. И, как ты видишь, я поставил снайпера на прокачку. Накопил 9600 и все-таки поставил, друзья мои. Ну что, 6-й и 7-й уровень я пройду и закончу. Надеюсь, все запишется на этот раз. Так, поехали. Именно вот такой состав команды у меня был. Именно таким я и проходил. В принципе, друзья мои, здесь ничего сложного нету. Поверь мне. Тут будет, конечно, кислота, но у нас есть вот эти ребята, которые почистят все это дело. Угу. Давай-ка вот здесь почисти. Так, вышибало. Вышибало мы поставим с тобой вот сюда.
Сюда мы поставим щит. И нам нужен теперь снайпер. Как только появляется снайпер, сразу дела у нас налаживаются. Блин, вот эту гадость надо убрать отсюда. Да иди ты. Так, псина. Псины нам не нужны. Да чтоб тебя. Так, и вот эти вот с шариками. Их тоже, друзья мои, нужно подбивать. Потому что они, извини меня, кислоту выплевывают свою. Так, этого в минус. Этот взорвался. Так, вышибалу ставим сюда. Собаки перепрыгивают, поэтому их тоже убиваем. А вон и летучки. На-ка. Волна уже так быстро. Блин, ну а что поделаешь. Вот так вот быстро волна, друзья мои. Трындец, сейчас будет такой трешак. Так, замедляхи, все это ставим, ребята. Это нам поможет. Воу-воу-воу-воу, смотри, сколько там шариков летит. Давай вызывать с тобой снайпера еще одного. Монеты не забываем собирать с тобой. Так. Отлично. Да куда ты не того взял? Так, в минус. Здесь уничтожили. А я обожаю, когда они там в куче стоят, ребят. Туда мину закидываешь. И всем крышка. И только собираешь монетки. И наслаждаешься кровавым месилом. Так, давай еще одного снайпера позовем. Два снайпера хорошо, а три, как говорится, лучше. Что, еще волна, что ли? Я не понял. Окей. Так, давай сделаем мину. Электроловушку. Там скопление у нас какое-то уже, да? Этих с шариками сразу пресекать надо, которые вылетают. Еще одного снайпера. Ну, с такой армией, ребят, мне вообще все по плечу. Я даже в первый раз, когда играл, и то хуже прошел, чем сейчас. Там я тремя снайперами орудовал, а тут у меня, извини меня, четыре. Тьфу. Я надеюсь на три звездочки. Да, да, друзья мои. Ну что же, вот так я прошел шестой уровень. Теперь нам нужно пройти седьмой. Как ты видел, галочка стоит на седьмом, потому что я на седьмом уровне, в принципе, и закончил снимать видосики. Так, ну что, давай. Здесь будет немножко посложнее, ну, в плане того, что... Тихо, они будут быстрее тут бежать. И волны будут, по-моему, посерьезнее. Но все равно я справился. Давай сюда мину влепим. Ага. Так, сюда щит выставим с тобой. Вот это почистить нужно. Так, сюда вот так сделаем. Мне нужна снайперка. Сразу же снайперку получили. Выставляем, начинаем бомбить. Фух. Ну здесь-то справимся хоть. На тебе. Так, стоп, мне что-то не нравится, ребят, как у нас тут идут дела. Шарики уже летят. Предположим. Я вот там, конечно, немножко неправильно сделал. Блин, я неправильно сделал, ребят. Так, здесь подбиваем. Мне нужен еще снайпер. Мне нужен еще снайпер, друзья. Да блин, шарики эти. Ай. Так, выставляем быстрее. Здесь почистка, давай, давай. Вот, снайпер есть. Погнали. Шарики нужно сразу сбивать, потому что иначе кислота будет у нас, ребят. Так, монетки. Сюда. Подбиваем. Минус шарик, минус псина. Взрывчатку. Еще шарик. Так, смотреть надо за здоровьем наших бойцов, чтобы все было четенько. Еще одного снайпера позовем. Ё-моё.
Давай, давай, я не вижу, что там происходит, ребята. Просто уже... просто уже навскидку бомблю. Пока все целенькие, все здоровенькие, все нормуль. Подбили. Подбили. Минус шарик. Забираем монетки. Давай так сделаем. Еще один снайпер идет. Ну, слушай, что-то тут по второму разу, когда проходишь уровень, намного все проще как-то. По пирочку тут было трешовенько. С первой заходочки, когда... Так, ну что, вроде бы все целые, да? Еще волна, ё-моё. А я тут на расслабончике, да? Минус. Так, тихо-тихо-тихо, хапуги. Блин, снайпера больше не могу поставить. А хотелось бы. Тихо, чё так... Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! А чё у вас так много-то? Давай мину, замедляху, все, что можно и все, что нельзя. Шары, шары подбиваем. По-моему, все. Фух, по-моему, все, ребята. Я офигеваю. Да, 3 звезды. Ой, ну ладно, давай, наверное, как бонусом попробуем с тобой пройти 8-й этап. 8-й этап, да? Как говорится, компенсацию за косяк. Но здесь у нас чуваки с тележками. Чуваки с тележками. Это, по-моему, они идут как эти, как защитники. То есть их не пробить, тележку. Ну, мы сейчас посмотрим, что у нас из этого получится. Сможем ли мы пробить или не сможем. Кислота, понятное дело. А сразу уставляем с тобой всякую дичь. Вот, куда ты бежишь? Окей. Так, снайпер, конечно же, снайпер нам нужен. Это просто вот первая необходимость сразу же, друзья мои, это снайпер. Так, монеты забираем с тобой. Как он меня бесит, всего 2 патрона имеет. И то промахивается этими 2 патронами. Так, сюда щит. Куда ты идешь-то, эй? Хариус. Вот, ребята, этот с корзин... с тележкой. Что тут-то происходит? Так. Шарик слишком близко, блин, подлетел. Так звучит, шарик слишком близко. Оу, смотри, сколько псов. Да ну. По-моему, ребята, кого-то уничтожили у нас. Я слышал такой крик. Оу, это когда наши погибают. Только в этом случае получается такой крик. Что-то все пошло не так, как я хотел. Совсем не так все пошло. Я не могу понять. Не могу понять, что вот эти вот делают, которые идут с этими тележками. В чем проблема? Что они делают? Тут чистить надо. Вот он стоит. А, он просто стоит, получается, да? И не дает то ли бомбить нашим войскам, то ли еще что-то. Да, ну тут, ребят, конечно, трэш. Ты посмотри. Как тут вообще можно? Компенсация, ё-моё. Прохождение 8-го уровня. Вообще ничего не понимаю, что тут делается. Что тут творится, ребят? Ладно, давай сюда бомбанем. Ну, в любом случае, один из бойцов у нас погиб. Это я тебе точно говорю. Они еще вот эти вот хмыри крепкие. Ты посмотри. Один выстрел снайперской винтовки их не убивает. Вообще не убивает. То есть только лишь взрывать их? А че они такие сильные-то?
Да ну, друзья мои, ну это что за фигня? Ты прикинь? Хедшот, он еще... понятно тогда, почему я не мог пройти. Я думал, что они будут разбираться на изи, а они такие крепкие. Да не надо мне ничего. Не надо мне. То есть, друзья мои, мы с вами ждем прокачки нашего снайпера. И потом, я думаю, мы все-таки пройдем с тобой 8 уровень на 3 звездочки. Но это, опять же, не точно. В любом случае, надо ждать. Я еще за кадром, знаешь, что сделаю? Посмотрю вот эти вот рекламки. Тут, конечно, очень мало дают денежек, там по 100, по 140 монет. Но здесь иногда можно, очень редко, ну, выпасть тебе. Либо звездочка может выпасть, либо, ну, улучшение. Запчасть на оружие. Ну что, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!